про выписание разделительного твердого и мягкого знака. Разделительный твердый знак пишется после приставки «на согласный» перед ютированными гласными «е», «ё», «ю», «я». В слове «подъезд» мы напишем разделительный твердый знак после приставки «под», оканчивающейся на согласный, перед ютированной гласной «е». Разделительный твердый знак мы напишем в слове «съемки» после приставки «с» перед гласным «ё». Разделительный твердый знак мы пишем в слове «объявление» после приставки «об», оканчивающейся на согласный, перед гласным «я». В слове «предюбилейные», «предюбилейные приготовления» мы также напишем разделительный твердый знак после приставки «пред», перед гласным «ю». Разделительный твердый знак пишется также в сложных словах после первой части, представляющей собой числительные в форме двух, трех, четырех, перед ютированными гласными «е», «ё», «ю», «я». В слове «двухъярусный» мы напишем разделительный твердый знак после первой части «двух» перед гласной «я». Разделительный твердый знак пишется также в некоторых иноязычных словах после приставок, таких как «ад», «ин», «об», «суб», «кон» и так далее. Разделительный твердый знак есть в слове «адъютант», в слове «инъекция», в слове «субъект». В целом правописание иноязычных слов, конечно же, надо проверять по словарям. Если не выполняется ни одно из этих условий, то мы не пишем разделительный твердый знак. В слове «сэкономить» разделительного твердого знака нет после приставки «с», так как корень начинается с гласного «э». Нет разделительного твердого знака и в слове «трехарочный», «трехарочный мост». После первой части «трех» корень начинается с гласной «а», поэтому мы не пишем разделительный твердый знак. В слове «поездка» после приставки «по», оканчивающегося на гласный, мы также не будем писать разделительного твердого знака. В остальных случаях, когда необходимо написать разделительный знак после согласного перед ютированной гласной в корне слова, мы будем писать разделительный мягкий знак. Разделительный мягкий знак есть в слове «вьюга» после согласного перед гласной «ю» в корне. В одних источниках выделяют корень «в», в других «вьюг». Разделительный мягкий знак есть в слове «бьет» после согласного перед гласной «ю». В корне мы пишем разделительный мягкий знак. Ладья мы пишем разделительный мягкий знак в корне. Разнотравье пишем разделительный мягкий знак в корне перед гласной «е». И также разделительный мягкий знак пишется после согласного перед гласным «и».